Начну с темы, внимание которой приковано в том числе и федеральных СМИ. Речь идет о пожаре, который случился 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск ВКО. Как нам сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, пострадавшим и семьям погибших при пожаре по поручению губернатора Игоря Рудени окажут меры поддержки. Все процедуры пройдут после идентификации тел погибших. Напомним, что на данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек, опознано 5 из них. Продолжается разбор завалов. В работах задействовано 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. У находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, положительная динамика. Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты. По поручению губернатора Игоря Рудени лечение каждого из пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова.